Продолжаем, да, продолжаем, Дарк. Ага, четвертую главу. Какие видосики? Вот интересно, как по-твоему Васт отнесется к тому, что обзоры смотреть сейчас как-то не хочется, если честно. Я тем более не особо там как-то. Обычно я рандомно там ищу, у меня нет такого, на кого-то я подписан. Вот смотри, такой вопрос. В субботу мы с Леной будем смотреть сверхъестественное. Ну, мы сейчас смотрим, но, естественно, не сначала. Мы там уже досмотрели до 4 сезона 19 серии. Если я еще стрим включу, ты будешь смотреть или нет? И как к этому Васт отнесется? Вот, естественно, да, она потом удалится. Естественно, записи это никуда выкладываться не будут, соответственно, потому что YouTube меня нахер пошлет. Рутуб я не знаю. Я на Рутубе еще выкладываю видосы. Вот. Да, давай игру запущу. Так. Сейчас я запущу. И будем как раз болтать. Какой болтать? Когда сценка начинается, то это пиздец. Просто этот, мы смотрим сверхъестественную серию, этот, я пересматриваю очередной раз, она ни разу не видела, смотрит. Вот, и мы еще этот, естественно, сначала я не начну, я буду смотреть, ну, завтра будем смотреть с 19 серии 4 сезона, до туда мы досмотрели. А что именно другого смотрел? Не, а что ВАЗу? Пока что я не вижу, как бы, видишь, я правила читал по ВАЗу, там как бы ничего такого не видел. Вот, если, конечно, будут видосики удалять, пусть удаляют, конечно, это, видишь, я все равно их даже записывать не буду. Я же как, на ВАЗ-то я стрим веду? А, ну если в этом, ну, я бы не сказал, что там такая кровь. Подождите, а в этом Atomic Heart, Dark Pictures, кровь, насилие, ужас. И все же, естественно, я бы не сказал, что там насилие. Да, там есть элементы такого, но, скажем так. Вот, не, просто как ты к этому отнесешься. Вот. Так. Так, мы болтаем, болтаем, время идет, а это. Dark Pictures. Естественно, да. Да. Переключаем смену сцены. Да, вот удобно я на. Я попробую показать тебе. Тихо. Кабель не зацепись ни за что, пожалуйста. Вот такой я сделал пульт управления себе. Это стримом там выключать микрофоны, звуки. Подожди, а как? А, вот так? Как доставить? А я не ставлю, что ли, возраст? Я не помню даже, ладно. Типа, выключать ключа чат, если он заглючил. Вот, сейчас, да, вот чат пошел. Вот. Рабочий стол это выключать, если вдруг там это не надо, чтобы звуки не было там. Камеры выключать, включать. Ну, камеру ты видел. Микрофон тоже включать, отключать. Запись включать, отключать. В общем, удобная штука. И смена сцен, да. Вот я сейчас включил игру, я вижу, что она захват пошел и нажал, чтобы он сменил сцену. Удобно, удобно. Это очень удобно. Так. Болтаем и болтаем. А, кстати, я заметил картину вот эту вот, которая вот этот, последние моменты, где были, вот к ним относится. А, блин, что-то да, действительно меня этот забавил. Эй, народ, это вы? А, да, точно, сейчас микрофоны будут ходить. Давайте походим, послушаем. Прикольная штучка, то, что если так купить.
Я с тобой. Так-то я с тобой разговаривал. А чё, я что-то не то сказал? Так. Ой. Мышка это чувствительная. Децибелы, чтобы сбросить. Ладно, пойдем. Блядь, мне кажется, сейчас будет это скример. Их же так называют, это такие резко выскакивающие картинки. А, ты выходил? Прикольно получилось. А этот болтает, болтает. Так. Бля, что-то мне сыпет. Надеюсь, закрыто. Фу, я никогда не был рад закрытым дверям. Фу. А подожди, что за книжка? Подожди, книжка какая? А-а-а! Это надо мне отключать микрофон. А я не помню, что я рассказывал. А что тебе рассказывал-то? Сейчас живи свободно. Понятно. Или можно надеть наушники. Чего? А, и так можно осматривать все. По поводу... Значит... Видосиков. Можно, да, написать отверху, типа, просто просмотр с друзьями видосов, вот когда написано The Dark Pictures, антология, там, название игры. Вот. Ну, и периодически, да, мы же там болтаем это, периодически там обсуждаем это. Стрена особенно там это, что-нибудь, стенка какая-нибудь. Блять. А где, подождите, где эта девка перестала ныть? Девка перестала ныть. Ну, где-то что-то смотрит. Ага, в той стороне, я понял. Костенко, Костенко. Это задушит. Понял. Предупреждение, понял, услышал. Блять. А, это вешают этого маньяка Кази Холмса, да. Не, вроде не. А, блять. Не, вроде не ее. Опа, камера. Мой глазок. Да. Мне кажется, это... Блять. Мне кажется, кто-то посмотрел. Ладно.
Блядь, что за звуки? Стена. Стена. Не, это я понял. Блять, двигающие стены. Ну да, я тогда, когда вот на когда первый раз запустил ее, я немножко описание почитал, что типа дом маньяка, где этот он заманивал жертв и убивал. Да блять, это что такое? Блять, стена появилась. Блять. Чего хлопнуло опять? Подожди, покажи свое лицо. Не, вроде не ее. Вроде не ее будут душить. Блять. Сука. Блять. Тихо. Тихо, стой. Закрыто. Блять. Да блять. Пугайте меня. Блять, что за херня? Блять, дверь закрылась. Да блин, что за херня? Эту песню я всегда пою. Паники и страху волю не даю. А, это ты поешь, бля. Я тоже, бля, такой напряженный момент был. Блять. Так кажется, что из-за угла кто-то выскочит. Там кто-то. Ну это. Ну а, это плеер, блять. Блять. Пальчики готовь, точно. Блять. Блять, я почти поплыл.
Блять. Черт. Ты еще тут, блин. Пробки. Пробки. Долбаные пробки. Все они. Так, ладно, пошли туда. Ты что-то там хочешь, да? Бля. Бля, согласен. Кто тут? Блять, сука. Мистер Дюмет? Ага, это открывается. Подожди. Что тут? Леди, смотри. Эта дама выглядит на 10 лет моложе. Ну как? Спа Колумб. А, это реклама. Европейский секрет, блять. Сообщение для персонала. Из-за зимы время работы бассейна изменилось. Ага. Блять. Все. Это что у нас? 17. Добро пожаловать в 21 век. А, торжественное открытие 17 ноября 17-го года. Блядь. Пойду-ка сначала здесь пройдусь. Закрыто. Класс! В жуткой подсобке жуткого отеля на жутком острове снимаю документалку про маньяка одна и без своего шокера. Понятно. Запомни, Джейми, надо думать головой. Ты сама виновата. Да? Что написано? Надеюсь, ты доволен, чувак. Бен Киллер Перналия. Блять, убийственная ставка. Онлайн аукцион памятных. Шляпа. Это, по-моему, это фанат этого маньяка. Решил сымитировать этого маньяка. Так, что там? Ух ты, блядь. Ладно. Компания Cooper General Contractors. Что-то это читать лень. Беда. О. Оценка затрат. Ясно. О. Блядь. Бля, что это такое? Осмотреть. А, код надо. Сейчас неверный пароль будет, чего убьют. Нет. Надо пароль найти. Что, давай поищем. Так, может, здесь будет все-таки. Блять. Там тут несколько вариантов. Угу. Так, еще раз. Да, вопрос, кто маньяк, действительно. 17-14. Давай попробуем. Ты где-то его узрел? Или где-то поискал? 17-14. Сейчас попробуем. Сейчас.
Не. А, я понял, ты на листочке там этот. Так, ладно. Так, давай-ка, может, здесь где-то написано. Или 10-5. Во, 0,4,51. 0,4,51, 0,4,51. 0,4,51, давай попробуем. Так. Наконец-то! Хоть что-то из нашего так, века. Вот можно закрыться как-нибудь? Я чувствую тут кто-нибудь. Так, ладно, давай смотрим. Так, мультиметр берем. Так. Ага, теперь. Да, блядь, нажми обратно. Да, блядь, нажми, ты чё? Переведи руку. Так, вот это или вот это? Вот это, давай. Фу. Да! Сейчас не так страшно. Да, когда свет. Так. Внимание! Внимание! Это штормовое предупреждение для области Великих Озер. Ну ладно. А, фу. Я уже напрягся такой, думаю, сейчас что-то будет. Уважаемый мистер Белкнап, после обсуждения реконструкции отеля для туристического... Короче, да, реконструируют этот отель. Это отель маньяка, где как раз убивал своих жертв. Заманивал, убивал. Кто-то и решил реконструировать. А здесь свет что, не включается? Где выключатель? Выключи. Блять, нет, не нравится. А. Какого хрена? Думаешь зря? Вашу. Ладно, это манекены, ладно, хер с вами. Ой, блядь. Как дела, Джейми? Электричество барахлило, но теперь полный порядок. Да, ничего не случилось. Выглядит круто, как газовые лампы.
Жаль, нет фольги. Можно было бы сделать эффект мерцания. И так хорошо. Я кое-что подправлю, когда Кейт придет. Но это займет пару минут. Давай. Эй, спасибо, что за ужином ты это сказал. Мы же одна команда. Как не всегда это помню. Сейчас, секундочку. Блядь, походу я заболеваю, да. Это что? Эй, эй, откройте! Эй, помогите мне! Здесь очень темно! Ты не слышишь, как они? Цок-цок-цок-цок! Народ, спасите! Эрин? Давай. Я не могу открыть эту дверь! Помогите! Спокойно, мы сейчас. Тише, Эрин, не бойся. О, блядь! Я знаю, что что-то будет, и поэтому с постоянным напряжением. Газ, газ, газ. Давай. Мне нужен ингалятор. Черт, у нее приступ. В каком ты номере? Я... скорей! Чарли, где ее номер? Где мой? Дальше по коридору. Эрин, я сейчас. Постарайся дышать медленно. Мы тут, Эрин. Ты, главное, не волнуйся. Психологический посчитай. Газ. Раз, два, три, вдох. Раз, два, три, выдох. Нам придется ее ломать. Ломай все. Меня полностью. Я не могу. Найдите, чем можно сломать дверь. Мы с Марком попробуем выбить. Блять, них. Сука. Кто здесь? Ой, блядь! Ребят, тут кто-то есть в комнате. Ой, мамочки! У, блядь, подожди, стоп, стоп, стоп. Попробуй, подожди, тихо, 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 тихо. Блядь. Надо было напасть. Можно я пойду спать? Это все, что ли? Дыши. Просто дыши. Эй. Блять. У нас же никто еще не умер. Все хорошо. Вы его видели? Пошли. Он. Он там! Там кто-то был! Со мной в комнате! Эрин, это был манекен. Да нет, это вообще никакой не манекен. У него была шляпа, как у Холмса. Чарльз, ты ее в могилу загонишь. Ей уже мерещится херня из шоу. Неправда. Я все это заметил, Эрин, что еще никого жива. Не убили. Там никого нет. Давайте все успокоимся. Отведите кто-нибудь Эрин в номер. Да не буду я лежать! Все, идем. Пошли, Эрин. Но кто-то за ней наблюдает. А, может, если бы я на нее напал бы, он бы меня задушил. Как вариант тоже. А так как ты боишься, но тебе вот надо, ты пошел воспользоваться помощью маньяка. Думаю, Эрин проявила настоящую смелость. Тебе дали шанс еще жить. Согласны? И где же наш гостеприимный мистер Дюмэ? Ну, это надо все пробовать смотреть. Сдается мне, он покинул остров. Как грубо не остаться на ужин. Но Чарли удалось поднять боевой дух.
тем лучше. Нет. Впереди их ждет много испытаний. За ними? Я только наблюдаю. А. Временами меня это печалит. Иногда я завидую вам. Я лишь записываю, а вы творите. Блин, странно. Вам лучше вернуться, пока никто из наших друзей не оказался в беде. Совсем один. Совсем один, совсем один. А теперь давайте-ка все выдохнем и не будем психовать. Нет, Чарльз, хватит. Эта затея и так была странная, но сейчас мне страшно. Ой, да брось. Я серьезно, мне это все не нравится. Неприятно признавать, но Кейт права. То, что следит кто-то за хотел ними. Напасть на Эрин. Кто-то, мы это не да. знаем, что там было. Я видела кого-то. В темноте? То есть я все выдумала? Все успокойтесь, ладно? Дайте мне подумать. Аккуратней. И сцену покидает наш неизменно уверенный лидер. Чего он? Чарли думает, но больше похоже на истерику. Может, он прав? Если не снимем эпизод, мы в жопе. Издеваешься? Что? Я просто... Я столько лет надеялась, что ты начнешь принимать решения. Любые. И ты решил? Вот сейчас решил поспорить? Знаете, может, я сдурела, но я думаю, что Эрин не показалась. Здесь опасно. Там был манекен. Ты думаешь, блять. Я вру? Так что я ли? Я думаю, ты не разглядела, потому что было темно. Я знаю, что видела. Ладно. План такой. У нас есть план. Уезжаем. Так, секунду. Мы не делаем резких движений. Я сейчас разыщу Дюмета и поговорю с ним. Все будет в порядке, ясно? И мы закончим работу. На ужин он не пришел. Почему ты решил, да, что найдешь за ними его? Кто-то а у меня позитивный настрой. Попробуй как-нибудь. Браво, Чарльз. Твои бредни, просто отличный план. Дюмет уплыл. Я видела, помнишь? Может, вернулся? А может, нет. Неужели трудно хоть раз обойтись без негатива? Если подумать, эта идея Чарли не худшая в его жизни. Она даже не худшая за вечер. Ты особо-то не гордись. С приоритетами у тебя хреново. Да пофиг. Я пошел. Я с тобой. Да пофиг, я пошел. Ой-ой-ой. Может, останешься? Я быстро. Правда. Ты побудь здесь, чтобы не разминуться. Плевать на его идеи. Я валю. Я уже все решила. Кейт. Я ухожу, Марк. Так ты со мной? Так, Эрин кого-то видела. Ладно, ты права. Или без Извини, тебя. Просто Чарли... Здесь опасно. Это важнее любой работы. Все так. Идем. Эрин, все будет в порядке. Жди здесь. Можете посидеть со мной, пока я соберусь? Я не хочу терять время. Я буквально за углом. Все сложим и сразу придем, честно. Не надо! Прости, я... Не успокоилась. Оставь открытый, чтобы меня было слышно. Конечно. Ладно, гений. Где будем искать Дюмета? Я не ищу Дюмета. Я планирую съемки. Если вдруг его встретим, отлично. Кошмар. Тебя правда только это волнует? Нет, конечно. Кейт, скажи. Ты сама знаешь, когда мы включим камеру, она захочет оказаться в кадре. Мудак. Мудак. Добрый вечер, спасибо, что... Что там подчеркнуто? Мне лень читать, честно. Что там увидела? Можно посмотреть?
зажигалку. Ноль один восемь ноль, надо запомнить. Не просто так, 0180. Да нет, вроде не так и много. 0180. Что случилось? Я не знаю. Ноль один восемь ноль. Ноль один восемь ноль. Открыть. Подожди, открыть успеем. Да ёб ты. Может, писем мне не кажется, что много. А что такое ГС? Включай. А? Нет света? Света нету. А, так из розетки высунули. Что значит света нет? Он валяется. Шнур. Тоже открыть можно? Нет, это нельзя открыть. Блин. Стоп, что? Какого хрена? Чё? Дай пройду, посмотрю. Что случилось-то? Чё? Какого хрена-то? Чё? Чё? А где газ? Покуси сигар. Курить вредно, если что. О, что там? Ключ нужен. А нафиг ты лазишь по тумбочкам чужим? А? Скажи, мужик. Давай еще раз. Тебе? Я понял, да. Газ. Я понял тебя. После того, как ты про сигару сказал, мозг сразу сообразил. Так, закрыто. Закрыто. Опа, да. Джейми, подойди. Ладно, да. Пиздец, как страшно. Это просто кровь. Просто кровь? Коробки собрали? Ты шутишь? Да подожди ты психовать. Мы знаем лишь, что здесь тащили что-то, с чего текла кровь. И ты считаешь это нормально? Странновато, конечно. А. Чего ты хочешь? Наверняка это Дюмет или его смотритель притащил из леса мертвое животное. С оборудованием сейчас хожу. Нам на ужин. Полагаю, старый бы не одобрил. Подожди, стоп, зажигалка. А, подожди, ты стой тут, я пойду проверю, что тут Гиз написал. Блять. Что ты застрял, что ли? Прикинь. Я застрял. Я пройти не могу. Блять, ну ладно, пошли вперед. Добро пожаловать на наше представление. Блять. А это еще что? Грантом Дюмет представляет. Дюмет? Что? Так он здесь? Что тут? Закрыто. Вот там свет горит. Подожди. Дай-ка сюда схожу. Блять.
Фу, блядь. Уже нет. Пошли вперед. Так помни, пожары пиздец. Что за херня здесь происходит? Может, папа пусть вперед идет? Куда вернуться? Куда ты мне предлагаешь вернуться? Да? Кто-то трахается? А это что здесь застряло? Что с тобой случилось? Точно. Ты прав. Блять. А? Я познакомился с агентом Мюндеем 12 октября 97 года в аэропорту вот О'Хара, где мне поручили его встретить. До этого я видел его на лекции о преступном поведении на пару недель раньше здесь, в Чикаго, но сомневаюсь, что он меня запомнил. Я тогда был новичком и очень волновался. Я только закончил учебу, а мне поручили возить по городу знаменитого криминалиста, раскрывшего дело в Арканзасе. О нем писали все газеты. Сначала мне показалось, что он... Там рядом со шкафом. Ну, сейчас посмотрим. Так. Подожди. Ну. Я понял, вот это вот то, что я брал, да, вот. Ты про этот листочек, да? Блин, ты это... бдительный. А, о, вот это, наверное, да? А, монетка. Этот хранитель просил монетки собирать. Спасибо. Так, у нас уже 9 монеток. Давай на всякий случай. Угу, спасибо. А давайте баба пойдет вперед, а я не пойду вперед. Мне страшно. А, блядь, та что-то не пошла. Блядь, напугала меня. Что там интересного? Хоть картина. Подожди. Перчатка. Чудно. Так, ладно, сейчас. Сейчас туда дойдем к какому-нибудь ключевому месту, и мне надо будет уже да, заканчивать и идти ложиться спать. Так, что у нас тут? Это выключается вообще фигня? Подожди, я там посмотрю сначала. Так, перчатка понятна. Все, здесь больше нечего. Давай. Ух, такой резко вошел.
Помогите! Эй! Какого? Чего? Пожалуйста! Пожалуйста! Прошу! Я все сделаю! Что с вами? Вас пытали? Что за херня? Стой! Смотри! Ух ты! Что это? Какая-то ловушка. Если сойдешь с пластины, эта хреновина его насквозь проткнет. Эй! Помогите! Помогите! Помогите мне! Типа это. Джейми. Давай остаться. Пожертвуем. Ах ты. Господи. Господи. Ужас. Эти, дай руку. Давай же. Черт. Блять, да что здесь происходит? Где труп? Что я сделал? Надо съебывать. Живо. Чарли. А? Идем. Да, давайте на время там становимся. Блин, а. Я говорю, вот, чем дальше, тем интереснее. Ты видела? Маску. Это что было? Что за хрень? Ловушка. Дом с ловушками. Боже, мы в ловушке. Что делать? Нужно решетку ломать. Так, на счет людей три. Вытащить, спасти. Раз, два, три. Слышал? Да. Что происходит? Блять. Я и сам это только что понял. Нашла свой кристалл? Не делай так. И это не смешно. Прости, ты не сильно поранилась? Камень жутко острый и, конечно, волшебный. Это кристалл аметиста. Он успокаивает и окружает защитной энергией. Знаю, помню. Раз знаешь, не называй его камнем. Просто мне кажется, что тебе стоит взять ответственность за свои эмоции, а не перекладывать все на кристалл. Я молчу, нафиг. Ладно, я зря так грубо себя повел. Извини. Забей. Сейчас не время и не место. Я должен сказать. Так. Днем ты вспоминала вакансию оператора. Ты кое-что не знаешь. Что именно? Не было такой вакансии. В каком смысле? Помнишь Мюррея? Он хотел открыть студию в Бруклине, галерею. Искал партнера. Это ж твоя мечта. Да. На этом невозможно заработать, и я подумал, ты решишь, что я свихнулся? Это ж безумие. Давай замешать. Почему ты не попытался? И мне не сказал. И мне не сказал. Тогда и так все было у нас понятно. Сложно. Понятно. Не-не, на меня валить не надо. Это твой выбор. Знаю. Я отказался, потому что... It would have taken me away from you. Блядь. Молчим. Это изображение в зеркале, отражение. Ты не хочешь говорить. Кто там человек такой еще один? Я просто... Что ты от меня хочешь? Я надеялся, что все изменится.
Если честно, я еще надеюсь. Нечего. Ты не обязана отвечать. Спасибо. Надо идти. Пошли заберем Эрин и свалим отсюда. А, это, я думал, у них это с прошлого что-то. Хоть бы нашли Дюмета. Чарльз был уверен, что найдет его. Посмотрим. Он нас наебал. О, отражение. А я ничего так, да, я такая ничего. Дальше. А, все, стоп. Я тут говорю, затягивает игра, затягивает. А, небольшой такая сценка, спойлер. Давай, да, на этом. Хватит. Подготовить, вернитесь к Эрин. Понятно. Фух, клёвая игра. Если с первой главой понятно. Со второй главой понятно. Третьей главой понятно. Четвертая тоже понятно. Но столько, сука, загадок. Обалдеть. Боже. Ладно. Да. Завтра, наверное, продолжим. Если тут друзья не вернутся. Вот. И потом можно будет Far Cry. Потом может Far Cry. Far Cry. Да, что-то за горло у меня уже. Да. Так, ты еще тут? Запись устанавливаем. Это, да, последняя часть, последняя четвертая глава. Следующая, пятая, ну, по сути, первая, уже должна в другой антологии выйти. Но пока только единственная отсылка к нему, что, да, вот, в 2020 каком-то году, и все, неизвестно. Там, в 23-м, 24-м. То есть, смотрю, вот эта глава четвертая вышла в 22-м году. То есть, по сути, в этом году должна быть вот эта вот, ну, пятая и в сезоне. Сейчас точно скажу, вот я подтупливаю сейчас. А, здесь. Так, так. Да, даже нас официально на сайте описаны только 4 части. Man of Medan, Little Hope, Дом в пепле, Fall of Ashes и Devil in Me, дьявол во мне. На официальном сайте. И еще есть Switchback VR. Это, скорее всего, для шлема виртуального. Вот, наверное, там вот эти моменты ты переживаешь как в шлеме. Да, она выпущена только для PlayStation VR 2. А, подожди, вот тут показывают спойлер. Типа ты находишься на... Ну, комната страха. На поезде катишься. Блять. Там тоже сценки, дай боже. А прикинь, да, ты в шлеме там и перед тобой вот это вот. Нет, не все. Выжило только четверо. Девка умерла. Ну, вторая девка умерла. Это, по сути, ты видел. Превратилась в это рогатого. Вампира, считай, превратилась. Кто-то еще там умер. Ну, короче, четверо. Вот этот. Три солдата. И этот, ну, который солдат с другой стороны. А из оставшихся вот четверо выжили, да. Я даже спас, короче, этот
типа враг, короче, он там в ловушку попал, и один из этих солдат, назовем их свои, а-ля свои, он пошел, и, ну, я принял решение спасти его и спас его. Вот. Так, Man of Medan. А, ну это понятно. Так, Little Hope, смотрю сейчас. А, ну вот про ебанутого, который поплыл головой. За его, так сказать, мертвых, вымышленных товарищей проходил. А, дом, пепельный дом. И где? Смотри, по поводу переигрывать, ну, если будет желание, то у вас смотреть, зовут, так скажем, в таком ключе, то почему бы и нет? То почему бы и нет? Да. А, да, запись не остановил. Ладно, на записи, скажем, пока-пока, что-то пошло у нас.